Всем привет, дорогие друзья! Была в фикс-прайсе. Причем была в несколько заходов. Ну, вот сейчас вот так поднабралось, можно что-то показать. Бумажные полотенца. Плюш, два слоя. 79 рублей стоит. Ну, пишет, якобы заменяет три обычных рулона. Цвет какой-то такой желтоватый. Стесненные полотенца. В магазине фикс-прайс огромное количество гелей для стирки. Просто вот огромное число наименований, прям, наверное, штук 15. Также, кстати говоря, появились стиральные порошки, Сарман, Ариэль есть. Новые какие-то названия неизвестны. Ну, короче говоря, средств для стирки огромное количество. Гель для стирки универсальный, Мастер Фреш, сохраняет яркость цвета. 1,3 литра, 199 рублей. Стирать можно 30-90 градусов. Проверим на аромат. Как шампунь пахнет? Шампунь мягкий мицеллярный. Без силиконов, 80% отвара, питание и уход стоит 149 рублей, достаточно дорого. Я знаю, что есть места, где можно подешевле выбрать, ну как тут рука взяла. Бальзам взяла для всех типов волос, жидкий шелк, масло органы, 400 мл, стоит 99 рублей. Выбор этой продукции достаточно большой, можно что-то подобрать для себя интересненькое. Мыло Абсолют Фомен. Защищает от бактерий, очищает, освежает. 39 рублей. И 79 рублей банная традиционная. Содержит глицерин. 190 граммов. Мыло завода братьев Крестовниковых исчезло из продажи. В Светофоре за 39 рублей покупала мыло. Мне понравилось. Саши нет, он говорит, не мылится. Ну, я не заметила, чтобы это мыло не мылилось, но он сказал, мне не нравится. Цены не было на полотенцах. А вот уж сейчас в чеке смотрю, это я для кухни взяла полотенце, 149 рублей стоит. Что мне понравилось? Мне понравились варианты расцветки, были абсолютно разные. Я вот взяла как серовато-бежевый какой-то вот цвет и оливковый цвет. И был розовый цвет, какой-то нежно-голубой, нежно-зеленый. То есть, ну, варианты разные были. 100% хлопок. Очень хороший размер. Оно такое длинненькое достаточно. Вот это мне понравилось. А то в последнее время делают полотенца короткие. Да, 38 на 70 сантиметров. Республика Узбекистан. Магазин товаром завален. Всего очень много. Стоит все достаточно дорого. Но по прежней цене остались вот такие вот детские игрушки. Это объемный конструктор мозаика. Здесь 22 детали. Стоит 79 рублей. Взяла 4 упаковочки. Мне это надо для работы. Больше никаких конструкторов не было конкретно в том магазине, где я была. 59 рублей. Такой вот набор фигурных точилок с контейнером. Нужная штука. Одну точилку себе возьму, остальные ребенку. 59 рублей ручки Стам. Здесь 8 штук в наборе. По 79 рублей два набора карандашей. Такие вот они яркие, интересные. Ну, это Ваня в школу. У нас же цвета какие классные. По 79 рублей, еще раз повторяю. По 12 штук в каждом наборе. Ну, вот альбом для рисования 40 листов. Такой вот мальчуковый вариант обложки. И девчачьи есть варианты. Дневник. Там велено было брать простые самые, что ни на есть, с обычными белыми страницами. В фикс-прайсе исключительно такие варианты дневников, больше никаких не было. 50 рублей набор обложек для тетрадей. Так, сколько здесь штук? Здесь 20 штук. 99 рублей накладка на сиденье стула. Это Ване тоже в школу. Скоро начнется период, когда будет достаточно прохладно. Вот все детишки носят с собой. Саша взял сухие завтраки крупяные. Воздушные зерна риса с сахарным сиропом. 12 рублей стоит. 79 рублей ломтишка. 29 рублей вот маленькая пачечка чипсы Лейс. 39 рублей хрустим. 29 рублей кернерсы. Мне они очень нравятся. Подходят для правильного питания. 39 рублей печенье. Каждая упаковочка по 158 граммов.
Они вкусные. Ребенку нравится. 6,50 крышечки. Вот 10 штук таких взяла. Выбрали именно такие вот зеленоватые варианты. Многие хвалят крем морковный для лица, для сухой и чувствительной кожи. 82 рубля стоит. Невская косметика. Увлажняет, витаминизирует. Улучшает цвет лица. Способствует сохранению молодости. Результат: вашей кожи мягкая, нежная, упругая, эластичная. Имеет ровный, здоровый цвет. Нанесите крем на очищенную кожу лица и шеи легкими массирующими движениями. Благодаря нежной текстуре крем легко впитывается, не оставляет жирного блеска и является прекрасной основой под макияж. Вот такой вот замечательный крем. Мне очень нравятся крема из магазина Fix Price. Прям классные. Ну вот объем, конечно, не очень большой, но многие хвалят. Сколько здесь? 40 миллилитров. Крем для рук оливково-глицериновый. Питает, увлажняет, смягчает, восстанавливает. Что-то как-то у меня крема для рук позаканчивались. Тоже объем-то какой, не вижу. 50 миллилитров. 82 рубля стоит. Именно вот 82. Также взяла троксирутин. Тонизирующий, охлаждающий гель для ног. Что-то у меня... вены мои на одной ноге меня беспокоят. 55 рублей стоит. Если кто-то брал, пишите, понравился вам такой крем или нет. 79 рублей чай ТС. По 30 рублей шоколадки. Ну и шоколадные батончики Аленка. Ну 29 с копейками, уж я округляю. И 149 рублей чай Бёрнли English Breakfast. 100 пакетиков. Это все мои покупки. Еще раз хочу сказать, что здесь у меня два захода было в магазин Fix Price. В общей сложности за это, за все. Сейчас скажу. Сегодня 1700. В тот раз был 900 канцелярию, когда набрала. 2600. И еще раз был... ну, тоже рублей 700. Ну, короче, много, дорого. Вообще, Fix Price и цены очень высокие. Это не только Fix Price касается. На самом деле, цены взвинчены на многие товары. Ну, куда деваться, в школу идти надо, детей собирать надо, кушать что-то надо. Ну, пока еще есть товары по достаточно приемлемым ценам. Дорогие друзья, на этом все. Пишите комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч.